Сейчас рядом с одним из домов в жилом комплексе видная чистота и порядок. Положен асфальт, засеян газон, который скоро должен взойти. И даже сделана небольшая архитектурная композиция в виде цветка. Все это сделано за счет жителей. Причем они сами проголосовали за то, чтобы в платежках была отдельная статья на озеленение. Есть дополнительные статьи, за которые жители могут проголосовать. В данном доме есть дополнительная статья озеленения. Это 100 рублей с каждой квартиры. В общем-то, за счет этих средств текущий ремонт плюс статья вот это озеленение, это все эти работы и проводятся. Но это только начало. Рядом с другим домом кипит работа. Жилой комплекс видный далек от понятия город-сад. С деревьями и кустами здесь напряженка. Но скоро этот вид будет немного приукрашен. Руководит процессом опытный ландшафтный дизайнер. Планируем посадить тую, можжевельник, 3 можжевельника, засыпать все мраморной крошкой. Ну, такое будет, что-то типа ракария. Чтобы понять, что здесь было до того, как территорию благоустроили, достаточно отойти несколько метров в сторону. Строительный мусор, ямы и колдобины, поросшие бурьяном. Сейчас сложно представить, что всего несколько недель назад здесь была именно такая картина. По словам представителя управляющей компании, дальше следить за чистотой будет намного проще. Искра порождает желание других людей не мусорить, делать хорошо. Как только появляются какие-то архитектурные формы, цветы, как ни странно, становится чище. Большинство домов жилого комплекса «Видный» долгое время не сдавались в эксплуатацию по причине банкротства застройщика. Но и после сдачи состояние придворовых территорий оставляло желать лучшего. Сейчас такое положение вещей постепенно меняется в лучшую сторону. К тому же, видновская дирекция киносети уже провела в район телевидения. Каждому желающему доступен пакет из 56 каналов, включая телеканал «Видное ТВ». Подключиться к нему может любой желающий.